Памяти легендарного флотоводца. В Петербурге открылась выставка, посвященная 175-летию со дня рождения Степана Осиповича Макарова. Экспозиция следует основным вехам жизни вице-адмирала с момента его поступления в Николаевскую морскую академию. В витрине даже можно увидеть экзаменационные листы юного морехода. Всего представлено более 200 экспонатов из коллекции Российской национальной библиотеки и Государственного архива военно-морского флота. Письма, чертежи, редкие книжные издания и фотографии кораблей начала 20 века. Также среди экспонатов многочисленные научные работы флотоводца. Особое место занимают материалы, посвященные плаванию Макарова на ледоколе «Ермак». Именно ему принадлежит идея освоения Северного морского пути за помощью мощных ледоколов. И хотя при жизни Степана Осиповича не был освоен Северный морской путь, но тем не менее первые успешные шаги, достаточно успешные шаги, конечно, с поправкой на время, были сделаны именно при нем. Юбилей флотоводца будут праздновать сегодня, 27 декабря. Степан Осипович Макаров родился в 1849 году, погиб в 1904 во время русско-японской войны.